Для редактирования фотографий онлайн необходимо будет найти какой-нибудь сервис в интернете, который предоставляет такую возможность. Найти такие сервисы довольно просто. Достаточно в поисковике вбить необходимый запрос, в нашем случае редактировать фото онлайн, и мы получим огромнейший список различных сайтов, где можно редактировать фото. Редактировать фотографии онлайн можно даже без регистрации. Нужно просто загрузить страничку сайта и открыть необходимую фотографию. Такие сервисы имеют огромнейший набор функций, как основные функции изменения размера, обрезка и так далее, так и различные фильтры и эффекты. То есть подобные онлайн-сервисы могут удовлетворить практически все потребности в редактировании фотографий. Но, как правило, требуется обрезка, изменение размера. После всех манипуляций с фотографиями их можно обратно сохранить на компьютер. При этом можно выбрать формат файла, в разных сервисах разные варианты, немного подкорректировать качество. Но единственное, что не позволяет редактировать такие онлайн-редакторы, это количество пикселей на дюйм. И, как правило, они автоматически устанавливают 92 пикселя на дюйм. В данном примере мы получили картинку с разрешением 96 точек на дюйм. Подобных сервисов можно найти очень много. У них будет отличаться дизайн и интерфейс, но набор функций будет практически один и тот же. Но среди всех этих сервисов есть еще один сайт, который называют еще Photoshop Online. Он отличается тем, что его интерфейс и дизайн максимально приближены к Photoshop, а по функциональности больше напоминает программу Paint.net.